Всем привет! Вы на канале Beer Hunter. Метатель в гостях у Beer Hunter. Сегодня будет супер испытание. Doom Mini от Beer Hunter и 3 стрелы. Будем стрелять в старый железный холодильник. Так, возьмем 3 стрелы. Давайте зарядим сначала арбалетик. Берем так легким движением. С натяжителем. Что тут? Проблем-то никаких нету. Берем сначала, смотрите, 3 стрелы. Возьмем от агрегаторов маленькую стрелочку. Зарядим и посмотрим. Я уже у себя на канале стрельнул. Честно сказать, удивился. Думаю, эксперимент повторится также и у Beer Hunter на канале. Так, заряжаем маленькую стрелочку от агрегаторов и стреляем. Там 3 дырки уже есть. Давайте чуть ниже будем стрелять. Так, наблюдаем. Хлобысь и готово. Честно сказать, одна из стрел меня прям удивила, ребятки. Но сейчас все увидите сами. Взводим. И теперь у нас идет следующая стрела. Игла. Здесь автофокус не наводится, но мне удобнее так ходить с этой камерой. Игла от Beer Hunter. Вставляем ее. Тяжелая стрела, уже не маленькая. Так. Теперь ее. Давайте. Мы маленькую в середину стреляли. Иглу давайте слева стрельнем. Где она у нас тут? Ах, блин, ё-моё. Зараза такая. Фальстарт. Другую иглу берем. Сами видели. Плечо ударилось об стрелу. Вернее, вы видели, а я почувствовал. Плохо дело сделал, надо было стрелу по-другому. Так, берем иглу, вставляем. Ну, в любом случае, вон она, след от той стрелы есть. Так, давайте, вот так вот. Тяжелая стрела. Так, и теперь фельдеперстовая стрела, вот такая вот блестящая. Ну, короче говоря, не знаю, как она называется. Короче говоря, в описании или в комментарии смотрите. Beer Hunter напишет, что это такая за фельдеперстовая стрела. Остренькая, кстати говоря. Ну, давайте. Ее засадим слева от маленькой стрелы от многозарядных арбалетов. Вернее, это слева была игла, а эту справа засадим блестяху. А теперь пойдемте посмотрим. Честно сказать, вы сейчас сами обалдеете. Вот что босит, действительно. Я думал, что... Ну, сейчас все расскажу. Вы сейчас обалдеете. Так, одну иглу запорол, но это расходник. Стрелы. Не мне вам объяснять про это. Так, смотрите. Слушайте, самый мощный пистолетный арбалет Doom Mini, я считаю. Но агрегатор тоже от него не отстает. А почему? Сейчас объясню. Так, арбалет пока ставим, чтоб не мешался. Смотрите. Обалдеть не встать. Самая... Вот стрела от мини-агрегаторов, от агрегаторов многозарядных. Я думаю, что она вообще не выдержит испытаний, сломается. Она по самой перья заходит. Если бы не перья, она бы насквозь пролетела. Ребят, ну это вообще кошмар какой-то. Ужас. Я когда для себя стрелял, охренел. Смотрите. У всех равные условия, никаких полок, ничего нету. Офигеть не встать. Что я могу сказать? Вот эта вот стрела, давайте вынем ее. Ну, перья маленько, видите, покоцались, хотя, слушайте, еще можно из нее пострелять. Ладно, отложим ее в сторону. Ох, ё-моё, все. Так, ну, железный холодильник есть железный холодильник. Так, ладно, потом вынем. Здесь фельдеперстовая стрела. Фельдеперстовая стрела. Честно сказать, второй раз уже стрелял. И ей бы хоть бы хны. Офигенно. Слушайте, офигенная стрела. Реально. В комментарии потом Beer Hunter напишет. Потому что я просто стрелок. Он мне прислал стрелы на тест. Сказал, что тут что-то особое такое есть. Блестящее. Офигенная стрела. Так, ее отложим пока в сторону. Это потом вытащим.
Где тут игла у нас валялась? А, вот она. А я ее зарядил вот сюда вот. Короче говоря, стрелу не убрал, в плечо стукнулось, короче говоря, и стрела маленько наискосок ушла. Так, что могу сказать? Пишем комментарий. Какая стрела вам больше понравилась? Фельдеперсовая блестящая, иголочка. Слушайте, ну вот эта стрела меня удивила. Я думал, она прилетит, она все-таки легкая. Она не пробьет, а вообще разлетится в хлам об железо. А железо в старом холодильнике объяснять вам не надо. Давайте скажу. Железо тут, дай боже. Смотрите, вон я тыкал ножом. Нож-то не впивается. Здесь миллиметровое железо, если не больше. Так, ну что ж, что-то я заболтался, короче говоря. Слишком долго болтаю. Ну, Берхантер сам сказал, болтай, сколько вылезет. Не люблю я попусту болтать. Короче говоря, про стрелы все сказал. Пистолетный арбалет Doom Mini. Офигенная вещь. Для охоты самое то. Но видите, даже многозарядник можно брать и маленькими стрелами идти на охоту. Пробивная способность, вы сами видели какая-то. Стрела тонкая. Прошивает даже вот это вот с острым, блин, вот забыл совсем. Doom Mini. Ой, Doom Mini. Doom Mini классный арбалет. Кстати говоря, вот смотрите, маленькая стрела для многозарядных арбалетов. Она нифига не острая. А вот это вот, видите, острая. И это насквозь прошло. Ребята, ну что тут говорить? Берешь многозарядник и все. И у меня, кстати говоря, не мощный арбалет, обычный, предел допустимой нормы. 43 килограмма, усилять не стал. Я с законом дружу, разрешений у меня никаких нет, поэтому у меня максимальная мощность 43 килограмма. Так что вот так вот, ребята. А если усиленные плечи поставить, да блин, эта маленькая стрела насквозь этот железный холодильник прошьет. Короче, на крупную дичь можно с этим арбалетом запросто идти. Мое мнение отметателя. Короче говоря, заходим, смотрим, как мои первые стрельбы прошли. Как-то вот так вот. Кто не подписан, подписывайтесь на канал Берхантера. Пишите комментарии. Всем пока. Лайк ставьте. Всем пока. До новых встреч. Что еще могу сказать? Ну, в принципе, я думаю, все. Или не все. А, скоро, кстати говоря, буду тестить его на длинные расстояния. Оптика стоит, сошки есть. Это сейчас, видите, грубо говоря. Ну, сошки тоже. Видите, какая полезная штука. Можно и так стрелять. Так что ждите видос, где Doom Mini отличится на... Ну, сколько у него прицельно? 30-40 метров, но точно возьмет. Полтос. Насчет полтоса не знаю, прицельно будет он бить, не будет он бить. В принципе, я прицел настроил нормально, куда целился, туда и попал. Единственное, здесь вот... Ну, Сань, я не видел, я почувствовал. Сами, наверное, поймете. Единственное, видите, стрела в сторону ушла. Косячок мой. Стрелу надо было снизу держать. Не делайте такие же ошибки. И, кстати говоря, консультируйтесь постоянно с Берхантером по поводу арбалетов. От себя не занимайтесь. Если какой-то вопрос есть, лучше спросите. Всем пока.